Друзья, всем привет! С вами опять Руслан. И сегодня мы поговорим не про патроны, а про то, куда эти патроны летают. Мы сегодня поговорим про мишеньки. Хотел вам представить вашему вниманию мишени, которые мы начали не так давно производить и, в принципе, которые можно всегда у нас приобрести. Вот. Это реклама, так что сразу, кому не интересно, выключайте. Вот. Мишени... Эти называются осыпающиеся мишени, то есть мишени, в которых попадание видно лучше, чем в обычной бумажной мишени. Выглядят попадания так. То есть технология здесь следующая, что выполнено два слоя краски, соответственно, при попадании верхний слой краски отколупывается, осыпается и виден нижний яркий слой. Поэтому попадание на таких мишенях видно намного лучше. Мишени выполнены на самоклейке, то есть их можно наклеивать на щиты. К мишеням идут за такие вот заплатки, которыми можно заклеивать места попадания и использовать мишень несколько раз. Для кого такие мишени подойдут лучше всего? Ну, во-первых, для тех, кто стреляет надалеко. Во-вторых, для тех, кто стреляет даже не на очень далеко, но на самом деле по своему опыту скажу, что даже на дистанции в 100 метров, если у вас слабая оптика, или, допустим, слабое зрение, или просто если плохие погодные условия, там пасмурно и неконтрастная мишень, то попадания свои можно не заметить. У меня вот был случай, когда в начале моей, так сказать, стрелковой карьеры, когда я приехал на стрельбище, стрелял, сжег несколько пачек патронов, пошел потом, когда был перерыв и можно было пойти посмотреть на мишени, прихожу, ни одной дырки нет на щите. Поэтому видеть, куда ты попадаешь, довольно важно. Соответственно, даже на дистанциях, начиная от 100 метров, я уже не говорю про большие дистанции, эти мишени работают очень хорошо и могут, так сказать, облегчить вам жизнь и сделать стрельбу более комфортной. То есть, допустим, когда вы можете видеть попадание в свой прицел, вам не нужно там отрываться и идти смотреть в трубу, вот это тоже очень приятно, и сразу видно, как летят ваши пули и куда они попадают. Значит, размеры мишеней у нас следующие. То есть вот этот вот центр сделан диаметром 2,5 сантиметра, то есть примерно 1 дюйм. И как раз с помощью вот этих заплаток можно, в принципе, допустим, на 100 метрах прикинуть вашу кучность. Второй круг идет диаметром 6 сантиметров. Вот он, 6 сантиметров. Третий круг идет диаметром 12 сантиметров. И вся мишень диаметром 20 сантиметров. Все здесь, как я сказал, сделано на самоклейке, можно клеить на щит. Ну, вот эти конкретно я не клеил, потому что я бы потом не смог их отодрать и вам продемонстрировать. Вот, покажу, как выглядит эта краска, да? То есть, в принципе, достаточно небольшого попадания, чтобы мишень осыпалась и дырки были видны. Красная точка тоже сделано из осыпающейся такой же краски, и поэтому попадания в центр тоже будут хорошо заметны. В принципе, для тех, у кого совсем хорошее оружие, кто может стрелять по таким точкам, можно даже клеить только эти точки без мишени, и попадания в них тоже будут видны. Вот. Так что для всех желающих приобрести эти мишени, ссылку я размещу в описании. Вот, это, во-первых, если вы хотите поддержать канал, то купите, если вам оно, конечно, нужно, потому что всю прибыль, полученную от продажи этих мишенек, я, скорее всего, конечно, потрачу на новые макеты, про которые я вам потом расскажу. Вот, ну, а на сегодня все, всем удачи, пока и метких вам выстрелов.